Дело для Антона Ленивчика. Смотри, вот этот один аккорд. Правильно я ставлю? Вот. Я могу вот этим пальцем зажать. Нижние не звучат. Правильно? Теперь смотри, как я перехожу на второе. Точнее, это один и тот же аккорд, ты говоришь. Для меня это два разных. Я сначала ставлю указательный как можно ближе вот сюда и под углом. А вот этим я сильно, вот здесь вот, сильно зажимаю указательный. Дальше я ставлю безымянный как можно дальше, как могу. И мизинец. И стараюсь мизинец струну вот эту вверх чуть поднять, чтобы не задевать вот эту. Вот эта вот шестая струна, она дребезжит сама по себе, я не знаю, что бы я ни делал. Она задевает где-то здесь, здесь. Вот, посмотри, правильно? И затем сейчас попробуем как можно быстрее. Вот, получается вот так. Все. Я просто старался короткое видео, чтобы ты сказал правильно.